Всем привет, друзья! В Стиме появился новый хоррор. Возможно, это тот самый долгожданный хоррор, которого ждали многие. Не так много хороших хорроров выходит в последнее время, и поэтому на эту игру у меня есть некоторая надежда. Давайте посмотрим на нее поближе, сделаем свои выводы и удивимся тем страхом, который может предложить нам Гектор. И сможет ли он нам их предложить? Ну что, поехали. New game. Так. Пока не страшно. Нет, пока не страшно. Не знаю. Может быть, чуть попозже будет страшно. Но пока не страшно. Пилюлька крутится. Так. Что это? Что это такое, ребята? Какой-то костер, посмотрите. Вдалеке горит костер. Так, хорошо. Это я. Это я Гектор. Что-то с местом. Это место... Гектор! Там девушка сказала что-то про это место. Не расслышал. Так, Гектор, это я, видимо, да? Я просыпаюсь. Помещение мрачное. Да. Меня пытали? Pliers, scissors, feathers, waterboard and oil are most barbaric tools. My favorite toy of all. Было перечисление сейчас различных материалов. А, понятно. Ставили опыт. А, но он сейчас меня пилит. Ёлки-моталки. Ой-ой-ой, кто-то режет мне что-то. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Над нами издеваются. Что такое? Так. Он отошел? Подкатили капельницу. Видимо, что-то отрезали. Интересно, что? Пошла загрузка. Это я. Это я. Я валяюсь. Видимо, нам что-то отрезали, ребята, и выкинули. А сейчас проверим. Если ходить можем, то я точно знаю, что нам отрезали, потому что две руки я вижу. Так, что-то подкатили. Фляжка какая-то. Зажигалка, что ли, или что-то типа этого. Давайте сделаю немножко погромче игру. Ага. Хорошо. Впереди нас какой-то коридор, ребята. Забираем, так, левый контрол, чтобы присесть. Зажигалка на правую кнопку мыши. Идет расфокусировка. Зажигалку можно зажигать. На правой руке часы. Хорошо, идем дальше. Don't forget to take your meds. You need them down here. Бензопилс. Какие-то медикаменты. F, чтобы съесть медикаменты. Понятно, это медикаменты. Хорошо. Вот там, смотрите, что-то валяется, ребята. Зажигай! Ой, ее просто так не зажечь еще. Так. Collectible found. То есть мы забираем предмет здесь. И потихонечку двигаемся вперед. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пока ничего особенного. Я вижу темноту, хорошо, идет свет. Идем на свет. Очень темно. Идем на свет, выходим, смотрим налево. Там ничего. Идем прямо. Идем, идем. Портрет мужика. Секреты нужно хранить. То есть здесь, скорее всего, какое-то секретное помещение. Идем дальше. Везде указывают какие-то указатели, ребята, на стенках. Ладно, так. Это лампа бахнула. Все в порядке. Все в порядке. Это просто лампа. Иди вперед. Все двоится. Идем дальше. Ой-ой-ой! Что-то... Нет, все в порядке. Все в порядке. Забираем вот эту штуку.
Так, здесь пусто. Здесь тоже пусто. Просто двигаемся дальше. Спокойно. Довольно атмосферно, да. Нечего сказать. Очень нравится, как реализована тьма, как колбасит персонажа. Отлично просто. Но не страшно. Сплошные коридоры. Электрощитки. Длинные. Длинные коридоры. И тьма. Впереди я вижу тьму. Кричала девушка. Кричала где-то девушка, ребята. Сплошные коридоры. Я уже здесь был! Идем обратно. Или не был. Давайте еще пройдемся. Бежим! Тебе меня не напугать, монстр, где бы ты ни был! Тупик. Ботинок взять не могу. Нерабочий. Это моя очередь искать тебя и... Или твоя? Сказала девочка. Девочка, не... Что за жесть? Так, подождите. Это же сплошной тупик. А нет. Ребята, это меня сейчас так плющит или... Что это такое? Левая кнопка мыши. Открываем дверь. Как ее толкнуть? Назад, вперед. Никак она не отталкивает. Ой-ой-ой-ой-ой, все ясно. Все не так-то просто, как казалось. Идем дальше. Без зажигалки было бы сложновато. Как будто качели какие-то. Идем вниз, спускаемся. Игра просто сама указывает нам маршрут, дорогие друзья. Вы слышите дыхание? Или это что-то качается? Ребята, довольно атмосферно, пока непонятно. Что там? Палки-моталки, там кто-то есть, что ли? Давайте двери прочекаем. Монстр! Пока никого. Слышите? Кто-то дышит рядом. Идем аккуратненько. Каждый шкафчик, видимо, можно открыть. Но что мне в них искать? Как же колбасит персонажа, ему все хуже и хуже. Эти предметы взять нельзя. А вдруг кто-то в шкафу на меня смотрит? Персонажа начинает колбасить. Обстановка накаляется. Так, идем дальше. Двигаемся потихонечку. Так, я вижу там свет. Нужно идти на свет. Как же плющит-то, ребята! Так, ладно. Спокойно. Спокойно, выходим. Мы играли во Фредди. Мы играли в другие хорроры, в Монструм играли. Это все фигня полная. Ну, давит немножко атмосферой, ну ничего страшного. Это та же лестница, с которой я пришел, что ли? Перестаньте колбасить персонажа, а может мне нужно пилюльку есть? Давайте есть пилюльку. Может, пилюлька помогает... От колбасы, я не знаю. Ладно, давайте идем дальше. Так, там... Свет светит прямо в глаза, ребята. Прямо в лицо. Кел. Кел блок A. Давайте туда сходим. Как-то странно. Ресурсов я никаких найти не могу. Да перестань трястись уже. Я, ребята, там ничего не вижу. Картотека какая-то. Двери заперты. Но это тупик явно. Ух ты. Они смотрят за нами, они наблюдают, говорит девушка. Или девочка маленькая. Непонятно, давайте сейчас вот здесь откроем. Так. Маленькая девочка. Маленькая девочка, пусти меня! Пусти дядю! Так, дядя не может открыть дверь. Бежим обратно. Явно это тупик. Явно я ничего с этим сделать не могу.
Я не знаю, кто здесь, я не знаю, что вообще происходит. Почему меня так колбасит дико? Может, это сон? Кто-то плачет. Блин, испугался капелька. Кто здесь плачет? Дядя здесь, слышишь? Так, здесь никого. Стены, все рушится. Здесь перекрыто, да. Это место я уже видел. Какая же большая сенса в игре, надо было настроить. Ладно, идем дальше, это место мы видели. Палочки, елочки. Открываем вот это помещение. Могу взять какие-то консумаблы? Кушать здесь нужно, кушать не нужно. Ящики тоже взять не могу. Мне кажется, в любой момент здесь что-то может произойти, когда я разворачиваться начну. Здесь вот обрушивается постоянно что-то. Непонятно. Но от этих эффектов голова, конечно, плющит голову. Очень плохая видимость. Ну, для придания атмосферности разработчики, наверное, ввели такой элемент, но... Да хватит болтать со мной. Так, взял батарейки, ребята. Что это? Это батарейка какая-то. Куда мне ее засунуть? У меня нет фонарика. Как мне вылечиться, интересно, от этой фигни? Плохо персонажу, бежим дальше. А вот нормальная дверь. Открывай. Уи-уи-уи. Так, идем дальше. Идем дальше. Здесь есть телефон. Ну вот хоть нормальное помещение уже. Нормально. Там лампу выбило. Все в порядке. Здесь просто стоят шкафчики в большом количестве. Там кто-то ходит, что ли? Слышали? Здесь пусто. Помещения довольно наполнены различными предметами. Хоррор-то будет? Ой, хоррор. Скример будет у нас, нет, сегодня? Какой-нибудь. Из-за угла такой. Вау! Как они обычно любят. Наверное, нет. Мне кажется, скримеров здесь быть не должно. Маленькая девочка, возможно, следит за нами. Мне кажется, она прячется в каком-нибудь шкафчике. Ладно, давайте пройдем дальше. Атмосфера давит. Атмосфера давит. Картинка тоже. Так, открываем. Пытаемся открыть. Не открывается здесь. Открываем вот это. Я не хочу идти в эту комнату. Туалет. Туалет, ребята. В туалете всегда нужно ожидать что-то страшное. Так, наверное, занято, да, поэтому не открывается. Идем дальше. Возможно, она там. Давайте откроем. Ага, тоже дверь не открывается. И мы попадаем в то же самое место, где были заблокированы. Но теперь это место находится... И дверь не открывается. И эта дверь также заблокирована. То есть, видите, получается тот же модуль, который у нас был, мы в него попадаем обратно, ребята. Ой-ой-ой, как же это все интересно. А вот так генерация происходит блоков, видите? Поблочная система. Я знаком с такой системой, я в одном из прототипов, который писал тоже на Unity. Не знаю, что это за движок, но, в общем, модуль просто подстраивается в любой момент нужный. Классно сделали. Очень классно, что все меняется динамически, ребята. Ух ты, записка. Я сижу за моим столом, пытаюсь поработать. В общем, В общем, девушка не может уснуть и пытается поработать, рассказывает нам про какого-то Гектора. Здесь, кстати, можно просто слушать. Ладно, давайте пробежимся дальше. Сейчас опять какой-нибудь модуль будет слева. То есть, а вот, пожалуйста. Нас здесь, по-моему, не было. Хотя, может, и были. Вот лампочка подсвечивает нам что-то.
Да, вот здесь меня не было. Видите, все генерируется на ходу. Включаем какую-то запись. Дверь заперта. Идем вот сюда. Еще одна записка, ребята. Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food, news from our family. Что-то про еду. Так, здесь... Непонятно, что... Игра пытается рассказать нам историю, видимо, Гектора. На. Плохо, что здесь тяжелый английский. Мы-то с вами только элементарный знаем. Так, подожди. Вот сюда сходим. Ну, модули сгенерировались, но я в тупике, получается. Мне нужно что-то здесь сделать, видимо. А, вот кассета, посмотрите, выпала. Кассета выпала. И что дальше? Мы просто забрали кассету отсюда. Найди кассету. Найди кассету, говорит девочка. Find the tape. Мы нашли кассету. Дальше что? Я не знаю, что я пью сейчас. Что это за препарат вообще? Может, меня от него, наоборот, колбасит? Кто-то там злой. Кто-то сказал. Здесь ничего не сделать. Какие-то генераторы, которые не работают. Давайте сходим дальше. Тьма. Сплошная тьма, ребята. Вот здесь я не бежал. Да, вот пристроили нам офис. Пристроили офис. Не помню этого помещения. Да, его и не было здесь. Еще одна записка. Все, что мы сделаем здесь... А, все, что мы делаем здесь... Кончается на записи где-то. Не понимаю. I will go by the... Рассказывается про вход, то что... Про гражданские помещения какие-то. Выключатель не работает. И про запись. Про тейп. С чем связана запись, непонятно. Вот здесь другое помещение, другой туалет, который заперт. Пока никого не видно. Туман. Очень колбасит персонажа, ребята. Сделай это. Что сделай? Еще одна записка. Я могу ошибаться, но мне кажется, он работал два дня подряд. Так, подождите. Она его где-то встретила, он просто сидел там и работал. Камера. Камера, а здесь что? Здесь просто запертая дверь. И снова модуль. Модуль, в котором мы тоже не были. Здесь есть шкафчики, ну их благо все можно открыть, насколько я понимаю. Толка от этого нет особо. Shower room. Видимо, в душевой, ребята. Что-то говорилось про душевую. Теперь я понял. Подождите. Тут же тело. Моталки-палки, елки. Здесь тоже пустота. Душевая, душевая. Капельницы. Еще одна записка. Я не видел Джексона три дня. Он отправился домой. Мы находимся в больнице, все понятно. Это больница. Это больница и, видимо, психическая. То есть здесь люди страдают психическими расстройствами. Surveillance. Кассета. Мы нашли кассету. Одну из кассет. Так, space enter, toggle help. Left mouse button, drag. То есть, ну, здесь мы можем что-то рассматривать. Ух ты. Посмотрите, можно рассматривать, да, предметы? Но кассету мы не можем использовать. Так, зажигалка гаснет. Так, 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 здесь ничего нет. Здесь тоже. Так, идем дальше. Все верно.
Да, ребята, новый модуль подгрузился. Идем вниз. Все, я вижу свет, да. И мы возвращаемся куда-то. Ну, если честно, пока это похоже на сплошное блуждание по коридорам. По коридорам и как бы направление задает нам игра. Куда бы мы ни ходили, мы просто ищем записки, да? Мы ищем записки. Погружаемся в сюжет. Но сюжет нас не пускает глубоко, потому что... Ну, вообще, наверное, рано, это так и задумано. Как описать эти чувства? Чувства смешанные создаются. То есть я вроде бы играю в хоррор, но... Ощущаю себя не то чтобы в хорроре, а в каком-то квесте с мрачной давящей атмосферой. То есть вот две записки у нас, давайте. Они пропали. 10 человек, которые подписали петицию, пропали. Кейн искал здесь. Он всегда смотрит на меня. Он ударил меня. О, he hurts me, обидел меня. Так, подождите. Встретимся в моей комнате, говорит мужик. Девушка рассказывает, что ее обидел мужчина какой-то. Но она хочет продолжать писать записки. Какой-то бред сумасшедшего. Но, возможно, я что-то не понимаю. Давайте. Вот сюда сходим. Здесь тоже ничего. Я думаю, игра нас сама будет заводить. То есть, куда бы мы ни побежали, всегда вовремя подгрузится новый нужный нам модуль. Да, насколько я понимаю? То есть, по сути, заблудиться у нас не получится. Всегда будет подгружено то помещение, которое задает нам игра. Да, вот посмотрите. То есть мы бежали вообще в другом направлении. Игра загрузила нам помещения, которые нам нужны. То есть здесь можно просто бежать прямо, собирая записки. Игра сама будет определять, что ей нам показать. Довольно интересно в этом плане, конечно, но чувствую себя абсолютно... Абсолютно линейно. Ну, по сути, что от этого ожидать? Это же все-таки хоррор. В принципе, здесь сплошная линейность. Вот она, душевая. Душевая, о которой говорилось. Я не могу включить ничего. В душевой абсолютно ничего нет. Нам свет еще помогает определить. Тихо, перестань. Перестань говорить громко. Забираем какой-то предмет. Здесь паутина, здесь что? Здесь абсолютная пустота. Слева вот помещение. У нас есть пленка, которую мы не можем никуда применить. Так, вот сюда. Здесь заперто. Вот, пожалуйста, посмотрите. Ну что за фиг... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не забудь взять свои таблетки, говорит. Таблетки выпить. Выпить таблетки. Пьем, 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 пьем. Я пью свои таблетки, у меня все хорошо. Пьем вот это. И что, мне постоянно под наркотическими средствами, что ли, находиться? А, вот почему нас колбасит, ребята. Нужно постоянно принимать, ребята. Иначе у нас будут появляться галлюцинации. То есть то, что я просто бегал и не принимал лекарства, из-за этого меня колбасило еще сильнее. Collectible found. Ну, я экономно прохожу, естественно. Но колбасить, конечно, персонажа стало здоровски. Вот это вот я не могу взять. Хотя это похоже на то, что мне нужно. Там спички какие-то или сигареты. Офигеть. Видимо, как только у меня кончатся припасы медикаментов, грубо говоря, наркотиков, все будет плохо, да? И, скорее всего, без этих средств мы далеко с вами не протянем. Так, мы можем вставить новую кассету? Да, мы вставляем другую кассету. Запись. Камеры.
Абсолютно одинаковые камеры. 4. Девочка! Я видел девочку на одном из мониторов. Вон она, посмотрите. Маленькая девочка. Та самая, она появляется постоянно в одном месте у вентиляции. На центральном мониторе. Фу. Все понятно. Ай, блин! Я прошу прощения. Надеюсь, никто не испугался. Ребята. Нет, игра на самом деле не страшная. И новая записка появляется, и новое лекарство. Понятно. Давайте запремся здесь. Ёлки-палки. Прошу прощения, дорогие друзья. Ну что же, это был первый взгляд, грубо говоря, на игру под названием Гектор. Спасибо вам большое за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шимора. Если вы хотите продолжение, напишите мне об этом. Мы рассмотрим этот момент. Спасибо вам большое. Увидимся на следующем видео. Или онлайн-трансляции. Пока.